Привет, зритель. Сегодня у нас по некоторым причинам некоторое время не будет газа, поэтому у меня... Так-то я хотела чайник электрический поставить, но подумала, что я могу цикория с молоком попить и подогреть молока в микроволновке. У меня тут остатки хлопья тропические. Я решила их смешать с яблочными хлопьями. Внезапно увидела, что на попке пакетика есть информация на узбекском, что ли, языке и казахском. Казахстан, я понимаю, вот это вот, ну, буковки. А УЗ, я не знаю, это узбекский, да? В общем, вот если у вас такой пакетик, загляните ему в попку. И сейчас я насыплю еще своих любимых хлопушков с яблочком, которые мне понравились больше всего. Тут осталось, ну, чуть больше пакетика, плюс у меня там еще, наверное, половина пакетика гранулы. И если, зритель, тебе понравились такие завтраки, просто дай знать в комментах. Я хочу потом поесть немножко на завтрак смеси жмыха и купить зерен, ну, овсянки, короче, в зернах, овса. Тот, который продается обычно для проращивания. Измельчить его в муку в своем блендере Биоломикс, а потом смешать его с тем жмыхом, что остался от семян и орешков, и либо варить кашку на молоке, либо вот так же молоком заливать. Плюс у меня еще есть жмых от семян чиа, которые чуть-чуть еще доверились в тестовом режиме в этом, в предыдущем маслопрессе. Но тогда там не сработала кнопка реверс. Окончательно я поняла, что все-таки это брак, а не так задумано. А в общем, у меня есть немножко еще жмыха семян чиа, и они, в принципе, те же самые свойства у этого жмыха, что и у самих семян. Маленькой ложкой, конечно, много не зачерпнешь. Я забыла сказать, что те другие хлопья можно купить на Вайбрис. От 100 до 130 рублей. От 100 до 130 рублей. И цикорий от Бионова, хлопья Алайт с этим. Но это все одна и та же фирма, но продукт. Можно купить тоже на Вайберис, артикулы будут в инфобоксе. Цикорий можно купить тоже так же, от 100 до 150 рублей. Смотри, какая скидка. Молоко я покупаю у женщины в выдрах. Выдры – это деревня. Они только животные. Молоко козье, и у меня где-то, ну, в общем, 100 рублей за полторашку выходит. Эта бутылка, правда, на 2 литра, но по общей сумме, что я тогда последний раз отдала 800 рублей за молочку, примерно так оно и выходит. Сейчас я поставлю в микроволновку молоко. Судя по монтажу вчерашнему, я поняла, что у меня сейчас включен центральный только микрофон. Ну, сейчас там, может, это и к лучшему, потому что камера стоит рядом с микроволновкой. И, наверное, на все четыре было бы очень шумно. Я не могу на это взять большую ложку. Так. О, что за привычка? Я сегодня пытаюсь спать. Просыпаюсь. Рука у меня немножко вытащена из-под одеяла, из кровати слезает. Она бежит, типа, с желанием поиграть. И впиявливается хорошо, ведь не прокусывает. Ну и не прокусывает, ведь больно. Когтями, точнее, зубами
мне в ладошку. Не кошку, а жуть. Может, я проснулась, вытаскивая машинальную руку капель под одеяло. И она в этот момент в комнату внеслась. И решила, что это игра такая. Так ты, конечно, лучше сначала на сухую засыпать цикорий, а потом уже молоком залить. Чуть-чуть. Три дошки. Ну, все меньше и меньше остается цикория. Я. У нас там конкретная такая зима. Сегодня даже иней на веточках. Так, иди сюда, вот сюда иди, на стол не напрягать. Я тебе даже сейчас уберу вот это, чтобы тебе не мешалось. Тут крышка от камеры, чехол от камеры, плотный. Все-таки у меня прилилось немного молока, я только сейчас увидела. Мне вот на кухне нравится вытирать, если каплю со стола махровым полотенцем, или руки самим махровым полотенцем, или там какую-то тарелку. Оно как-то лучше вытирает. Сиди на тут. Моя рука не игрушка. Я же не кусаю твою руку. Может, у тебя не руки, у тебя лапы. Или не кусай твое ушко, могла бы укусить твое ушко, например. У меня есть молотые сушеные яблоки. Я вот думаю, что если их соединить со жмыхом, то, наверное, тоже вкусно будет. Тут не пускали, здесь прошла. Я же тебе сказала, хочешь, можешь сходить на балкон. Там точно так же наблюдаешь по кошкам. Нашла мисочка, давай я тебя освобожу тут внизу. Тут все свои. А кто не свой, тот еще не привык.
до конца. Не почувствовал себя своим. Если ты, зритель, смотришь, у тебя коробит от того, что какая-то Лёля. Да, я Лёля. Делает вот так на мумбанге. То чувствуй себя своим. И пусть тебя не коробит. Вот с молоком цикория вообще обалденно вкусно. Когда не просто разбавляешь молоком, а именно с молоком. Так, у меня что, полотенце-то только это? Меня вчера угостили пряником. Может, его съесть? Он у меня лежит с конфетами, которые меня тоже как-то угостили. Пряник это. Кошки не должны есть пряник. Я понимаю, что ты странная кошка. Мне кажется, что-то даже у меня такое съело. Я нашла на Recommend отзывы на сайт Beauty Patchy. Я еще как подумала, так может мне написать на них отзыв. Ткнулась, а он внезапно существует в лекции, там один обзорный отзыв, а остальные обычные отзывы. И все сплошь положительные. А меня в этот день как раз снова спамили в WhatsApp с левого номера. Они своим спамом. Думаю, ну, сволочи спамные, я на вас оторвусь. Не знаю, может, до того, как я сделала там заказ, это был супер крутой сайт. Но после того, как я заказала крем Роле, как пришел какой-то другой, ну, типа, как бы подделка. Неплохой, но подделка. После того, как у них моя оплата не прошла, они 2 часа ее в упор не видели. Потом, после того, как прошла. И более 100. В общей сумме сообщений на мыло и на телефон. И во все дыры. С разных совершенно номеров. На мыло, где я уже даже, во-первых, я не подключала галочку, что мне надо, ну, рассылку на мыло спамную. Телефон при регистрации, это не значит, что на этот телефон может писать любая, все, кто прошли мимо, внутри этой фирмы. Ох, пряник, прости, я тебя не осилю, я тебя потом даю. Ну и потом я узнала, благодаря Тоне, что цены на бьюти-патчах какие-то, даже на распродаже завышенные в разы. Учитывая, что у них еще и платная доставка,
Ну, если, конечно, не оптом покупаешь. Ох. И все это можно найти, допустим, на Вайбере или на Озон в разы дешевле. Что, зритель, я покушала, я надеюсь, ты тоже покушал. Вот сегодняшний завтрак вышел чуть позже. Но этот я постараюсь смонтировать до вечера. Как я поняла, уже третий опыт. Что если я днем у меня не получается по какой-то причине смонтировать видео, то потом вечером это затягивается. Часов 9 я уже дико хочу спать, 9 вечера. Но приходится сидеть, так как у меня эта рубрика по завтраки по будням, выкладывается в районе 8 утра. Не всегда получается загрузить быстро. В последнее время у Ютуба какие-то очень сильные глюки. По вечерам у Мегафона тоже случаются глюки. Ну и, в общем, разные варианты пробовала. Поняла, что лучше все это делать днем и, соответственно, ставить просто на очередь. Так вот, надеюсь, ты покушал вместе со мной, зарядился позитивом. Я сейчас в камеру буду пыриться. Вот в камеру смотрю. Смотрю в камеру. Привет, камера. Зарядился позитивом, несмотря ни на что, ну и пошел на свою работу или куда-то там пошел. Если хочешь поддержать канал, можешь поддержать. Если тебе хочется продолжить подобные завтраки, потому что вот этот пакетик не вечен. И гранола, в принципе, тоже. Да и цикорий заканчивается. То ты можешь сделать на мое имя, на какую-нибудь там базу выдачи, на Озон или Вайберис, заказ подобной штуки. Или даже этого повторить мне на Вайберис вот такое вот. Ну и что, пока.